Раз, ассаламу алейкум, здравствуйте. Вот здесь мехмахана, отель, гостиница Зенгята, Зиаратке. Сейчас мы вышли из Зиарата Зенгята, из мавзолея. Теперь идем к его жене и матери, Анберене и Карасача. Карасача мать Зенгята, а Анберене его жена. Вот идем, тут минарет такой красивый. Не знаю, тут там открыто или не открыто. Зайти можно, нет, я не знаю. В прошлый раз было закрыто. Но все равно мы зашли, открыли нам. А сейчас знакомых нет рядом. Так что вопрос, откроют, нет. Ничего, зато рядом подойдем. Помолим за их покой. И обратно. Другие места пойдем, иншаллах. Вот отсюда заходит зиарет. И напротив зиарет Зенгята. Скоро мы туда пойдем. Ну, сколько людей. Вот сюда можно бросать садака ихсан, милостыню. Говорят, милостыня спасает от бед. Дальше идем, 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 идем. Вот цветы по дороге, да? Зиарат. Впереди зиарат Зенгята. Мавзолей Зенгята. А тут вот объявление, да? Первый Зенгята Мекбера. Бинос я сейчас вот показала. Второй Амберане. Бинасы. Там это Амберане лежит, жена его и мать Зенгята Карасачая. Потом дальше идет Маджмо Идарасы. Тахаратхана, где можно умываться. Чайхана, где можно покушать. Кушхана, я не знаю, что такое кушхана. И Хаджатхана, это туалет, конечно. А, еще тут есть эстелик савалары, памятные подарки родным, чтобы можно было подарить. Я там-то, там-то была, вот вам подарки. Так, теперь идем к мавзолею, да? Идем. Идем. Здесь прекрасный ландшафт сделали. Кулагизар Дарт Гюрнесен строителем и дизайнером. Ой, какие большие деревья. Большие деревья. Не обнимешь, руки не хватит. Обними дерево. Обними, рука хватит. Нельзя же? Нет. Люди же ходят по траве. Обними. Ой, даже на половину не хватает рук, да? Все, пошли. Да, пусть просит Аллах, да, побеспокоили деревья. Вот ученые прибор поставили на деревья, да? Один человек прошел и сломал ветку. Потом много людей проходило мимо этого дерева. Дерево, приборы, на приборы ничего не показывало дерево. И вот провели того человека, который ветку сломал. И приборы нацеплены на эти дерева бешено заработали. Так что дерево все помнит. Оно запомнило, да, как ты это дерево обняла? Так что мы любим деревья. И все зеленые, цветущие любим. Это деревья на Зенгята. Зиарате растут. Большие-большие. Вот. У меня на голове шапки нет, а то бы упала шапка. Имонинг авзалы сабир ва багр кенгик. Терпение и великодушие. Это сирень, да? Это сирень? Это сирень вроде, мамина любимые цветы. Это сирень. Сирень же другой цвет бывает.
Но он разный бывает вроде. Это вроде сирень. Это, я думаю, ну, кто смотрит это видео, скажите, сирень это? Смотрите, лепесточки похожи на сирень. Посоветуйте. Мне кажется, это сирень. И вот бабочка тоже летает. Улетела. Бабочка, ты куда? Ты тоже говорит красивый цветы, говорит бабочка. И там хорошие слова. Терпение и великодушие. И будет вам награда. Иншаллах. Ой, я стою. Идем дальше. Вот какие тут деревья красивые. Это сирень, по-моему, кажется. Ну, я ошибаюсь, наверное. Вот, когда я в прошлый раз приезжала, тут были золотые рыбки. Именно в этом бассейне видела. Это уже второй бассейн. И фонтан тут хорошо. Вот цветы. Ландшафт какой здесь красивый. Кто делал этот ландшафт, у него золотая голова. Сирень, я подумала, может, я ошибаюсь. Напишите мне в комментарии, что за это дерево такое. Ой, ударилась ногой. Ой-ой-ой, все, прошло, альхамдулиллах. Вот, и тут какой-то цветочек. Я не разбираюсь в цветах, но их люблю. Вот цветочки какие красивые. И вот цветок, который я подумала, что это сирень. Цветы, цветы, цветы. Ой, какая радость, цветы. Как говорится, душа отдыхает, когда видишь цветы. И опять вот такое место хорошее, красивое. Мастера работали не один месяц над этой красотой. Ассаламу алейкум ва рахмату баракатух. Зангата зиаратгахыге гелдик. Здравствуйте, мы приехали в зиарат Зангата. Там еще рядом есть гробница его матери Карасачая и жены Амбарене. Вот этот красивый фонтанчик, наверное. Работает, не работает, я не знаю. А тут беседка вот красивая. Поближе. Я беседку люблю. Там можно. Жалко, там стульчиков нет, а то можно было посидеть, почитать или помолиться. Тут вот работают, очищают. Пусть Аллах даст им награду. Тут ящики. Так что не бросайте мусор в хорошем месте. Вот рядом уже бросили, да. Ну, я спешу в зиарат, не смогла поднять. Ой, какой цветочек. Дерево и такие красивые цветы. Я в Самарканде видела раньше такие. И тип такой елочки тоже очень люблю. У меня в детстве была такая елка нарожала, мама с папой. Ой, фонтанчик, воды нету. Может, дальше там есть вода? А тут я в прошлый раз приезжал, тут золотые рыбки плавали. Жалко. Вот такой красивый зиараткех Зангата. И стульчики есть посидеть, помолиться здесь. Красивая атмосфера. Зеленое все. Красота. Альхамдулиллах. Пусть простит нас всех Аллах.